Друзья, всем привет! С вами Таисия на моем канале. И как вы думаете, что у нас сегодня? Пам-пам-пам! Сегодня отправочка улиток. Да-да, сегодня первая запоздалая почтовая отправка улиток. Несмотря на то, что уже осень и середина сентября, мы готовы к отправке. Пока на улице тепло, хорошая погода, будем отправляться. Я буду говорить немножечко тихо, потому что у меня еще спят детки. Вот. Поэтому я думаю, вам будет меня хорошо слышно, а мы начнем. Сегодня уезжает у меня имакуленок. Вот такой вот, уже подросший. Дальше уезжает Архахатина маргината сутуралис. Ему будет почти 2 месяца. А этот малыш, ему нет месяца, он едет за компанию. Просто решил отправить двоих на всякий случай, потому что ехать далеко. Ехать 2 недели. Улиточки поедут в Алтайский край. Вот. Давайте, пожалуй, начнем. Я подготовила контейнеры, как всегда, с вентиляцией. С обоих сторон. С одной стороны вверху вентиляция, с другой внизу, прямо напротив, сквозное отверстие. Вот. Здесь у меня идет мох. Мох с фагном. Он у меня используется в качестве наполнителя. И им же я укрываю улиточек, чтобы они не разбились. Сначала застилаю на дно. Я думаю, сделаю сразу в 2 контейнерах параллельно. Имакуленочку сейчас уже через недельку будет 1,5 года. Он уже очень прилично вырос. Смотрите, вот моя ладонь и имакуленок. То есть размером с большой палец, даже больше. Я его не замеряла, но визуально видно. Голос у меня так и не восстановился, поэтому я извиняюсь еще раз. Так, теперь я ложу морковь. Как вы знаете, мои улитки всегда ездят с морковью. Поэтому это даже уже не обсуждается. Всегда во всех отправках у меня морковь. Потому что ее они могут кушать долго, и она не пропадет и не испортится. В отличие от кабачка, от яблока, там не заведутся мушки. Вот. Кстати, по поводу отправочек. Почему не было раньше отправок? Отправки были только по городу. Почтой у меня многие спрашивали, многие хотели. Но так как улиточек им надо отправлять далеко, то есть надо оплачивать пересылку, стоимость коробки почтовой. И это выходило уже накладненько. Сейчас я сбавила цену на улиточек. Я не продаю их теперь дороже, так как это архахатина. В общем, я решила... Извините, пожалуйста. Я решила продавать их теперь по 100 рублей. Потому что осень наступает на пятки. Она уже вовсю наступила. Просто пока хорошая погода, есть возможность еще поотправлять. Есть еще улиточки. У меня не всех раскупили. По городу у меня брали хорошо. Просто я не снимаю видео отправок по городу. Но это слишком накладно и сложно все это. Чтобы все подготовить, это очень много времени требуется. Легче, конечно, быстро на скорую руку взять, упаковать и отдать. Тем более по городу там нету такой сложной упаковки. Все намного проще. Вот. Я насыпала кальций, смесь. Это молотая яичная скорлупа. Я думаю, даже надо побольше еще насыпать. Кальция много не бывает. Ехать им долго. Порядка 2 недель. Поэтому вот так. Не знаю, как я их вмещу сюда. Особенно имакуленка, но попробуем. Так, давайте-ка сначала вот этого заберем. Тоже уползает. Вот. И ты, малыш,
Давай. Сверху я покрываю их мхом. Так они наберутся в целости и не побьются их ракушки. Потому что аккуратно их никто вести не будет. Вы сами знаете, это почта. Это не курьерская доставка. Да, даже если курьерская, там тоже никто не будет трястись. Если только цены груз за него переплачивают. Тогда возможно. Так, один контейнер готов. Секундочку. Звонили очередной раз в банк. Уже замучили предлагать свои услуги, свои кредиты, всякие кредитные карты. Так, ребят, я вынимаю мох, потому что я забыла самое главное. Как вы думаете, что я забыла? Я забыла увлажнить контейнер. Это надо было сделать, конечно, в самом начале еще. Сейчас попробую очень аккуратненько. Правда, когда там уже кальций, это не очень удобно. Обязательно контейнер надо увлажнять, потому что улитки, как вы знаете, тропические. Но благодаря тому, что у меня влажный мох, он только что у меня лежал в водичке, отмокал. Благодаря этому улиточкам будет что пить в дороге. Также они будут питаться этим мхом. Они его любят кушать. Вот. И надо теперь этот контейнер увлажнить. Давайте я тоже покупаю. Видите, какая у меня тут еще одна красивая улиточка приползла. Ест морковку. Вам нравится моя улитка? Если да, то ставьте лайк. Иди сюда. Иди, малыш, иди. Вот такой красивый макулёночек у нас спрятался. Ой, ребята, как же я его помещу? Он не вместится сюда. Так. Угу. Надо будет немножечко утончить слой нижний. Да. Сейчас я переделаю. Я просто убрала из-под него одну морковь. Переложила ее сюда рядышком. И все, он нормально вместился. Теперь сверху ложу также мох. Вот так. Вот. Ну что, упаковочка у меня готова. Крышки я подписала. Вот и макулёнок у меня сидит здесь. Вот он. Это его крышка. А архахатин здесь. Все. Сейчас я аккуратненько их заклею скотчем. И мы поедем на почту. Ну все. Я заклеила контейнеры. Прошлась скотчем. Вот двойным слоем. Очень хорошо крышку зафиксировала, чтобы она не открылась. И мы можем ехать. Все, пора на почту. Ну все, улиточек отправила. Трек прислала вам в Одноклассники Марина. Так, заказывайте все те, кто еще хочет себе заказать. Пока есть время, пока тепло, пока хорошая погода. Улиточки по 100 рублей. Это очень дешево, поэтому поторопитесь. Всем пока и спасибо за видео.